Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте на странице 66 выполним задание под номером 3. Вырежи из приложения фотографии, сделанные в указанных городах. Расположи их в соответствующих окошках. Попроси соседа по парте проверить тебя. После проверки наклей фотографии Казань, Тобольск, Саратов. Итак, наклеим сначала фотографию города Казани. Вот так выглядит этот город. На следующую фотографию мы должны поместить фотографию Тобольска. Вот так выглядит один из видов города Тобольска. Чем знаменит этот город? Давным-давно неподалеку от Тобольска Ермак разгромил хана Кучума. А вскоре после этого русские казаки построили город на высоком крутом берегу Иртыша. Стал он на долгое время столицей всей Сибири. До сих пор стоит в Тобольске каменный Софийский собор. Он был построен в конце 17 столетия. Долгое время в Софийском соборе Тобольска как святыню берегли знамя Ермака. Позже оно было перенесено в Никольский казачий собор Омска, где находится до сих пор. И последний город, фотографию которого мы должны наклеить, это город Саратов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.